Your sky is blue, I got the sun in my eyes. It can't get better than when she makes that smile. Yeah, she's got that style that makes you think she's made out of gold. She's turning up the volume on the radio. Я вспомнила. Сейчас же все в домашнем обучении. Из-за этого карантина! Я никогда не думала, что я буду скучать по школе. Классная работа. В общем, мне задали, сегодня надо сделать русский язык. Литературу там надо прочитать, и по технологии надо приготовить блюдо, отослать это учителю, чтобы он поставил пятерку в электронный дневник. И сейчас я буду это все решать. Вы все это будете видеть ускоренно, а я буду тут часами сидеть и решать. Урок музыки. А теперь мы делаем такую, тоже такое же движение, только делаем вот как такую запятую. Так вот. Ну, вот так вот я занимаюсь вокалом. У меня нашлось очень много подушек, и я решила построить мой любимый подушечный домик. Я его строю очень часто. И сейчас я подумала, а почему бы не опять его построить? Это же круто! И если у вас тоже дома есть много подушек, вы тоже можете построить такой вот подушечный домик. Я его буду строить на своей кровати. И начну я вот с этих мягких подушек. Дальше вот этого Микки Мауса надо повесить. Подождите. Надо сделать сначала, знаете как? Вот эти вот подушки две. Вот сюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, с нами в космос улетай. Все, сейчас покажу, что у меня внутри. Подождите. У меня была дискотечная свинка. Ты что пугаешь? У тебя уроки закончились? Ага. Что делаешь? Подушечный домик строю. Да я полчаса с ним возилась, у него крыша падала. Я думал, ты кресло у тебя какое-то. Ну да, кстати. Мне нужно найти дискотечную свинку. Что это? Я, кажется, знаю, где она, но тут. Я нашла дискотечную свинку, вот она. Я ее называю дискотечной, потому что тут есть такая штучка. И тут все сверкает. Сейчас я вам покажу, куда я ее поставлю. Так. Там кто-то упал! Провалились игрушки. Вот под эту ямку. Вон они там, бедняжки. Сейчас будем доставать. Но сначала я вам покажу, куда я поставлю. Так, то есть вот тут вот такая штучка. Мы ее открываем. Заходим. Тут темно. Так, сейчас я поверну камеру. В общем, вот мы зашли. Вот так вот дошли. Открываем. Тут у нас вот эти вот мягкие подушки. Берем дискотечную свинку. Вот так вот ее прячем. Тут дальше заходим. Тут у нас окошечко, его можно открыть.
Закрываемся. Ой, тут жарень. И тусим тут. Тут можно книжку читать. Ура! Обожаю шоколадную пасту. Смотрите, что я нашла! Это же нереально крутой альбом «Тролли больших гастролей». Сейчас я вам покажу, что это такое. Эти карточки нужно отсканировать в специальном приложении «Тролли караоке» от «Пятерочки». Открываем приложение, сканируем карточку, и у нас открываются новые караоке-песни. Мы с тобой шепотом, шепотом, спрашивали, что потом, что потом. 2 hours later. Ух, это было интересно. Теперь я загружу это видео на специальный сайт и приглашу кого-нибудь из своих друзей на баттл. Уверена, что им сразу станет веселее. Чтобы принять участие в баттле, качайте приложение «Тролли караоке» по ссылке в описании. Записывайте свои видео и вызывайте своих друзей на баттл. Найти такие карточки вы можете в любом магазине «Пятерочка». В общем, ребята, я нашла очень прикольную штуку. Я давно хотела ее сделать. Это очень крутое мыло. И мне наконец-то добрались до него руки. И сейчас я хочу его сделать вместе с вами. Сначала я вот камеру поставлю как-нибудь. Что-то не стоит. Папа! Папулечка! Иди, пожалуйста, сюда! Привет. Да, привет. Поможешь мне? Мне нужно подержать камеру, чтобы снять видео. Так, только ты вот этот момент выглядишь хорошо, когда я зашел. Хорошо. Так, я не люблю эту камеру. Конечно, вырежу. Я сам вырежу. Ну ладно. Так, подожди-ка. Чуть я эту камеру не люблю. Ну ладно, давай. У тебя тут, кстати, аккумулятор садится. Садится? Ну вон, смотри, мало осталось. В общем, смотрите, здесь это вот два мыла. Это прозрачное мыло. Ага, какой большой кусок. Да, он должен быть большой. А вот это вот белый кусок. Еще есть такая формочка и вот это. Я сейчас все объясню. Давай. То есть вот у нас есть такая вот формочка в виде шести... сердечки. В общем, сейчас мне надо залить вот эти вот формочки. Цвета. Это у нас вроде бы... это голубой. Голубой, а выглядит как зеленый. Написано голубой, да? Да. Блу, точно. Итак, не больше 3 капель. Так. 3 капельки всего? О, она большая какая-то, может, не надо? Давай 2. Выглядит вообще как зеленка. И сейчас я еще смешаю цвета. А оранжевый, это как получается? Это желтый и красный, наверное. Желтый и красный? Давай проверим, мне кажется, желтый и красный, да, желтый, оранжевый. Желтый и красный, да. Все, я все цвета залила, все смешала, и теперь засыпаю красивые блесточки. Блестящее мыло будет? Да, смотри, это голубой, а вот это зеленый. Дай тебе помогу. Давай. Тоже хочу чуть-чуть испортить твое мыло. В смысле? А сколько, кстати? Не знаю. Пусть оно будет совсем блестящее. Не-не-не, это много. Теперь смотрим, как Вика насыпала. Все здесь обсыпала своими этими блестючками. Красивого много не бывает, девочки. Бывает, сейчас проверим, что получилось. Так, а можно перемешаем? Делай как в инструкции, я не знаю. Я же не читал, я только помогаю камеру держать. А что оно какое стало? Перемешать так надо? Застывшее какое-то странное. Может, чуть-чуть надо еще добавить? Мы расплавили белое мыло, и сейчас будем его заливать. Так. Так там надо перемешивать или нет? Я ничего не знаю. Инструкция английская. Инструкция на английском? Да. Я посмотрела в интернете. Что-то пошло не так, Вика, у тебя. Точно. Папа, а давай лучше так оставим? Ну, как хочешь, давай. Красиво, особенно вот это вот. Они у нас будут диковинные такие. Да. Молодец.
А что такое у тебя тут? Мыло у тебя здесь уже. Смотрите, наши сердечки застыли. О, и они так равномерно, кстати. Да, и сзади посмотри. Ой, Амелия проснулась. О, спустя несколько часов. Сзади очень красиво. Амелечка уже проснулась, покусала, да? Сейчас я буду с ней играть. Итак, смотри, кто тут у нас. Какой жирафик, да? Да, какой жирафик. Это не жирафик, Вика. А кто? А! Это лев. Ребенок просто с этим жирафиком путаю. Ой, она улыбнуться хотела. Давай, 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 давай. Смотри, какой красивый, какой яркий. А Амелия, смотри. Она уже у нас следит за предметами. Ага, она даже уже нас видит. Видит она нас давно. Только раньше она нас видела черно-белыми, а теперь видит, какие цветные. Мы цветные. Да, она уже, вот когда мы телевизор включаем, она уже мультики смотрит. Ай-яй-яй, мультики смотрит. Ага, вот она вот тут на коврике лежит, вот так вот телевизор смотрит. Подглядывает. Она улыбалась? Она у нас иногда уже улыбается. Она уже вот так вот искренне улыбается, вот так. А еще она умеет говорить агу. Ну-ка попробуй. Так, чтобы она сказала агу? Да. Хорошо, тогда надо вот так вот встать. Угу. Буйдалю! Я тебя чихнула! Агу! Агу! Скажи агу! Что-то не хочет сегодня. Агу! Она еще не говорила вроде. Ну агу! Агу! А, еще у нее есть щекотка. Она так лицо морщит. Вот когда я вот так вот волосики беру, вот так вот делаю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты слишком много, Вика, волосиков. Надо чуть-чуть, конечно, морщит. Так, сейчас все это аккуратно вытащим. Они могут просто сломаться. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Свалятся и сломаются. Ой, какое маленькое мыльце. Но это не все. Сейчас мы будем заполнять еще сюда, и будет большое мыло. А-а-а, точно. Там же оно большое. Это просто... Это украшение. Украшение для большого мыла. Вика, можно я налью? Да, давай. Расплавили еще. Давай, скорее, давай. Застывает. Что-то мне это не нравится. Ой, подвинулся один сыр. Они все разъехались. Можно поправить. Ложечкой. Он горячий, Вика, осторожней. Сейчас давай я залью, а потом поправишь. Хорошо. Все, лучше не трогай. Все, все, фейл опять у нас. Нет. Без мамы у нас всегда фейл. А сейчас я поставлю это в морозильник, чтобы быстро застыло. А сама наберу воду в ванну и покажу вам, как это мыло работает. Надеюсь, это работает. Что, будешь показывать прям как в ванной лежишь? Я готовлю ванну, и мне надо закрыть вот ту штучку, чтобы вода не... Пробку? Да. Итак, делаем испытание. Прямо на досках. Давай быстрее. Все, включай воду. Закрутить. Я наконец-то выбралась, и включаем воду. Это не нужно. Так, а я не знаю, какая вода. Ой. Пенку-то будешь делать? Конечно, буду. Так, вроде бы нормально. Сейчас подожди. Чуть-чуть. Ты можешь у Амелии градусник взять? А, точно, где он? Где он? А там, в ее ванночке лежит. Окей, сейчас скажу. Все, я взяла градусник, вот такой вот четко будет показывать время и температуру, и секунду. Итак, четко, сколько градусов? 25 градусов, 34, уже 34 и 4. И забираю чуть-чуть, ну, вот так хватит. Побольше давай, чтобы ты прям как царица лежала в ванной. Вот так? Ага, дай мне. Просто вот так вот струю наливаете воды, да?
И сейчас здесь будет куча пены. Ага. Так, давай ванна наполнится, ты залезешь в ванну, я тебе принесу мыло, которое ты сделала. Хорошо, а, кстати, смотрите, а вот с этими игрушками я буду купаться, и даже с этим. Да, я банановый. Все переделаешь. Сердечко получилось. Да, класс. Итак, долгожданный момент. Смотри. Ожидание и реальность. Да, можно показать картинку на упаковке и то, что получилось. Ну, надеюсь, оно хотя бы мылит. Да, в принципе, красиво, прикольно, но они как-то расплылись, и тут не запомнилось, и тут странно. Ладно, все, давай, смотри, сколько пенки. Вау, царица, давай. Оно... Да, конечно, оно мылит. Вау, оно прозрачное еще стало. Так. Мылит? Или это пенка? Не, мылит, я думаю. Мы же там настоящая пена. Да. Ой, настоящее мыло расплавили. Ну ладно, хотя оно работает. Обалдеть. Да, и... Что я хотела сказать? Улетела из головы, ну ладно, потом вспомнила. А, может, ты хотела сказать, подписывайтесь на наш канал? Да, угадал, спасибо. Подписывайтесь на наш канал, у нас всегда весело. Всем пока-пока, до встречи в новом видео. Симба. Пока. Пока.